Ребята, всем привет. Сейчас ночь, ко мне прибежали жители, почему-то вон еще один прибежал. Странно как-то. Я слышал какие-то, типа, наверное, взрывы. Сейчас переключусь на выживалку. Хочу проверить. Да, творчески я переключился брать еду. Я проголодался. Не хотелось тратить еду. Как тут переключаться, вспомнил. Пойдем сейчас проверять. Вон даже сюда вон жители прибежали. Так. Возьмем еду, сладкие ягоды всякие. Это вот наш. Ой, ребята, что тут все взорвано на карте? А, это не взорвано, это типа. Ой, а что такое? Блин, тут жителил кто-то. Другой игрок, что ли? Да, типа, кто-то житарил. Да. О, блин! Ребята, тут реально кто-то житарил. Да, житарил. Он сломал всю деревню, все взорвал. А, блин. Ой, ребята, тут даже взорвано все. Короче, ребят, не знаю, что произошло и кто вот эти скелеты, которых я сейчас свернул. Ну, тут все взорвано, кровати разбросаны. Короче, кто-то взорвал деревню и бросил динамит свой. Моего этого дома. Только деревню вот вроде нашел, и все, сразу все взорвано. Не везет нам. Сегодня нам не повезло что-то. А чтобы главное, мой дом не тронули. Так, ребята. Хочешь ягодок? Куда побежала на ночь глядь? Ребята, пусть спят, я их тут запру. Они не убежали. Все. Теперь вы здесь останетесь навеки. Не, не могу, кто могут выпрыгнуть. Вот теперь вы останетесь здесь навеки. Броник, фермер и это все, кто выжил. Еще внизу чувак. Ладно, давайте спать. А что за тебя? Кнопка открыть чат. Ребята, что произошло? Горим, ребята. Хоть скорей. Прыгайте, ребята. Вы же сгорите. Я топру вам. Прыгайте. Вы сгорите. Беги скорей, голубчик. Давайте. Что вы творите? Бегите скорей. Беги из этого здания ужасного. Мой дом сгорел. Мои вещи! Скорей, спасай все свои вещи, иначе они пропадут. Скорей. Надеюсь, дом целиком не сгорит. Можно будет восстановить что-то. Да бегите, ребят, чего вы сюда пришли?
Не, ребята, это все. Мой дом уже не восстановить. Хочется умереть. Бедрок воздух. Ой, что такое? Ребята. Какое это такое? А, просто видите. Да убейте меня. На. Гори, 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 гори. Ладно, ребят, давайте всем пока-пока.